привет! Меня зовут Рина Климова, и я расскажу вам про счастливое воскресенье с Юлией Кузяевой. Нашему проекту «Счастливая суббота» уже 3 года, и мы очень рады, что за это время более 5000 человек смогли познакомиться с нами и практиками здоровой счастливой жизни. 31 июля на «Счастливое воскресенье» приехало 70 гостей, и мы все вместе занимались оздоровительным цигуном на берегу Камы с Юлией Кузяевой, дыхательными практиками с Машей Шандренко, зажигательно танцевали с Еленой Каменских и дружно пели с Еленой Плотниковой. А еще были выступления интереснейших спикеров, и каждый рассказывал про свое счастье. А еще было море улыбок, смеха, объятий, общения и купания в Каме. И признание, что совсем не хочется уезжать. И что хочется приезжать снова и снова, что наш проект очень нужен людям, что все хотят быть здоровыми и счастливыми, и жить среди здоровых и счастливых людей. А это значит, друзей нашего проекта становится все больше, ведь счастье не за горами, счастье здесь и с нами. До новых встреч!